Итак, друзья, всем привет! Рад вас видеть на моем канале. Сегодня хочу показать вот обзор вот такого вот аккумулятора, который я приобрел для своего автомобиля. Мой отработал 4 года. Сейчас лето. В один из дней я пришел в машину, повернул ключом. Вот, и там оказалось, у меня есть такой маленький этот вольтметр. У меня показала просадка до 10 вольт. Да, до 10. Короче, я машину завести не мог. Ну, то есть, все, он уже не держал. 4 года отработал венгерский аккумулятор. Вот, сейчас приобрел вот такой вот аккумулятор D39. Вот его характеристики. 63 ампер часа, 610 ампер. Вот, сейчас я его поставил на зарядку. Зарядка у меня есть на канале, тоже можете посмотреть. Вот такая вот зарядка. Вот сейчас она гонит, получается, он был заряжен всего на 40%, от 40%, ну, вот идет такая диаграммка, то есть зарядка идет. Тут у нас все в автоматическом режиме, так как это аккумулятор на кальциевой технологии. Вот это вот мы выбираем такой режим АГМ. Вот, и все, в принципе, все, он делает все сам. То есть, ну, можете на канале посмотреть про эту зарядку. Так что вот такие вот, вот такой вот аккумулятор. Что тут у нас написано? Silver Dynamic, фирма Варта. Ну, это Варта и Bosch, это все одна, все одна фирма, поэтому аккумулятор хороший, я надеюсь, и прослужит долго. Так что вот такой вот небольшой обзорчик для вас, для автолюбителей. Автомобиль у меня Sense, 1.3 двигатель, поэтому такого аккумулятора ему за глаза, конечно. У меня был на 60 ампер и 570 ампер. Здесь 610. Так что будет крутить, я думаю, как бешено. Ну все, друзья, буду заканчивать видео. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь моим видео, пишите мне в комментарии. Все, всем пока.